Привет всем, меня зовут Люси, мы сегодня продолжаем игру Plants vs. Zombies Roof, крыша, левел 4. Вы ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы выходило больше и больше видео. Я буду рада этому, и благодаря вам я буду очень счастлива. В общем, мы начинаем. Так, получается у нас, мы все равно получается, берем вот это, вот это, вот это. Кстати, ага, то есть получается, если мы возьмем вот этот вот, так, и нам получается, если мы поставим, то мы сможем что-то, ну, давайте возьмем вот это, но я не уверена, потому что, так, ладно, давайте посмотрим, что мы можем еще взять, вот этот, так, ага, и вот это. Все, поехали. Ой, я забыла. Ладно, будем... будем... оставлять это солнышко. Так, сейчас будет зомби. Зомби подходит. На подходе зомби, на подходе зомби. Так, давайте ставим желтую. Желтая мне больше нравится, потому что она и станет, и все остальное. Поэтому мне даже выгоднее это поставить, чем другое что-то. Так, давайте поставим сюда уже золотую, хотела сказать, корону. А золотую... Почему золотую? У меня в голове что-то золотое хочется, наверное. Ладно. Что у нас здесь? У нас есть брюссельская капустка наша. Так. Мы собираем все, что можно. Так. Ага. Нам нужно еще один... Еще один, так, вот это вот сюда. Так. Давайте еще один поставим сюда. Ой. Ладно, двойную поставили, хватит. Давайте поставим вот сюда все. И ждем. Ждем. Что мы ждем? Мы не знаем. Я не знаю, что мы ждем. Так. Я... Ой. Сейчас открывали дверь. И я... заорала. Простите. Это было смешно, конечно. Когда заходят, когда я, например, что-то снимаю, у меня всегда вот получается так. Потом я говорю... Я же снимаю. А я просто взять телефон захотел. Захотели очень много телефонов всех, да, получается. Очень много хотят узнать. Ну ладно, я просто вам рассказала. Очень много хотят, очень много. Так. Ту-т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 у
Простите, я пою, просто хочу помяукать. Очень хочется помяукать так сильно. Так сильно и сильно. Я люблю мяукать. Давайте ставим зеленку здесь. Ага. Сюда мы поставим золотишку. Так, мы ждем последний момент. Ну, сейчас у нас вроде бы все нормально, поэтому мы вроде бы в достатке. Поэтому мы продолжаем ставить, что ли? Наверное, да. Зачем нам ставить это, я не знаю. Если у нас уже все есть. Хотя мы можем поставить просто. Просто поставим. Здесь никто же ничего не скажет. И зомби-то не говорят сейчас с нами. С нами они... Ладно. Это очень смешно, конечно же. Так, давайте посмотрим, сюда поставим. Знаете что?
Ага, магнит, то есть он нам не подходит здесь. Нам нужно поставить это. И у нас над. Над. Я его надом назвала. Над. Нут. Давайте везде поставим. Поставим наты. Наты. Ага. Перепрыгивающий. Так. Забрали все нормально, все отлично. А вот как его, вот, например, активировать? Вот, например, он активируется потом или он исчезает? Подождите, или он спит? Смотрите, ой, а он спал. Смотрите, он спал. То есть, получается, нам повезло пока что, да? Ну да, так и есть. А если вот так? Нет. Нет, один... То есть, нам не хватает одного только. Да, но... Да, но не знаю. Ладно, давайте ждать. Пока что у нас все хорошо идет, поэтому мы сейчас пока что ничего не будем говорить. Давайте продолжать просто и все. Та-та-та-та-та-та. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Здравствуйте, зомби, здравствуйте. Так. Мы сейчас поставим, где магнитики, мы поставим орешек. И будем дальше уже там решать что-то. Орешек обязательно, потому что нам нужна защита от магнит. Какой от магнит? Магниту надо защиту давать, а не кому-то другому. Ладно, простите. Это такой бред, я сейчас бред несу, конечно, если бы это было. Но я все равно говорю, что мне кажется, что... Ой, зачем я это поставила? Скажите мне, пожалуйста, зачем я это поставила вторую? Зачем? Она же все равно не поможет мне от защиты. Или защиты. Защиты. Почему она от защиты? Я не понимаю. Ладно. Давайте тройную поставим. А там уже смотрим. По ситуации, да, получается? По ситуации мы и ждем, ждем. Так, посмотрим. Опа. Так. Здесь поставим так. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Ням-н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 ям
нашел... А, поняла. То есть я могу уже поливать цветы. Твой очень... В общем, твой сад. Ты попробуй там вырасти. Так, понятно. Мы сейчас польем цветы. Так, что там? Keep watering your plants when get thirsty. Ну, понятно, что нам нужно поливать цветок. Поливать цветок обязательно. А сколько цветок надо поливать, интересно? Your plants need fertilizer to grow. Visit the shop to... Ага, покупать надо. Ой, ой, 10 тысяч. Хорошо, куплю. Берем, подкармливаем, забираем денежки. Ну, это хорошо, что денежки можно забрать. И продолжаем левел 5. Zen Garden — это прекрасное что-то нефти, я не знаю. Ты можешь посещать, ну, некоторое время, которое, ну, которое хочешь, на главном меню. Но довольна в этом. Сейчас защищаем мой дом. Я have to reborn. Собираешься ненавидеть этот левел. Почему? Потому что... Ой, я ненавижу. Я ненавижу их. Ненавижу их. Здесь подходят идиоты. Чего? Что? О, нет. Неужели опять это? Хорошо, давайте посмотрим. Ага, спасибо за горшок. За горшок. Понимаете, горшки? Зачем горшки? Давайте следующий смотрим. Пока что никто не пришел. Ага.
ставим сюда и горшки ставим. Не знаю, я везде представлю эти штучки, потому что нам нужна какая-то вот защита, поэтому мы ставим побольше горшочков. Ага, ага, ну ладно, ну ладно. Покушать это очень хорошо. Ням-ням-ням-ням. Пока что мы едим, это очень полезная вещь. Полезная и очень полезная. Очень полезная вещь. Хорошо? Поставили сюда. Ставим вот сюда вот этот. Ставим сюда вот этот. Потом вот сюда. Так, он скушал. Скушал. Сюда тоже кушает. Так, так, так. Пока проглотит. Пока то все. Мы поставим уже сюда жевалку. Жевалка, жевалка, жевалочка. Жевалочка. Покушает сейчас. Это очень хорошо, что он кушает. Так, мы ставим сюда, чтобы она не съела нас. Сюда кушалку. Сюда, вот сюда. Так, это сюда. Взрываем, потому что нам не хватает. Так, это ладно. Сюда ставим. Все, сейчас, сейчас у нас все получится, потому что я так считаю. Я считаю, я правильно все делаю. Хотя, я не знаю, это правильно или нет, понимаете? Если это неправильно, то это вообще будет плохо. Ага. Ага. Угу. Хорошо. Мы возвратили все то, что мне нужно. Ага, сюда ставим. А что это он поставил-то? Хорошо, пока, пока хорошо все идет. Но мы не... Я не понимаю. Взрываем. 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 Хорошо. Отлично. Пока что все нормально, потому что у нас здесь вся защита есть, везде можно поставить и не париться. Просто не париться за то, что у нас зомби кушают. Кушаются, кушаются. Кушаются зомби. Кушаются зомби. Кушаются зомби. Кушаются зомби. Зомби, зомби, зомби. Кушаются зомби. Зомби, зомби, зомби. Зомби, зомби, зомби. Зомби, зомби, зомби. Зомби, зомби, зомби. Я кушаю зомби. Я кушаю зомби. Это же запрет. Такая музыка такая. Я кушаю зомби. Я пошутила. Конечно же, я пошутила. Что вам сказать еще? По сути, даже легче вот так поставить. Потому что... Так, у нас бронька есть, поэтому мы ждем. Броньку поставили? Сюда поставили? Он скушал. Сюда ставим. Скушал? Скушал. Этот пусть кушает. Угу, хорошо, отлично. Пока что думаем, думаем. Сейчас ест. Все. Отлично. Отлично. Гарлик. То есть у нас получается... Диверс, зомби и the other liners. То есть отпугивает, например, зомби. Другие линии получаются. Но я не знаю. Это получается у нас... Ладно, левел 6. Начинаем. Знаете, почему я плакала? Потому что как нарочно вот начинаю вот какие-то видео снимать, либо стрим, я уже это говорила, все заходят, все мешают, и все, и начинается. Так, вот это вот гарлик, 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 гарлик. Надо? Не знаю. Ладно, давайте ставим. Ставим, ставим, вот это все ставим. Так, если мы вот это поставим, а мы не поставим, давайте тогда ставим вот этот. Ну, поехали. Поехали. Шучу я вообще. Почему, почему, потому что...
Пойдемо, 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 мяу-мяу-мяу. Да, я пою, вы знаете. Всегда пою, понимаете? Это вообще ужасно, если честно. Мне так нравится петь, но, к сожалению, или к счастью, у меня микрофона нету, поэтому я петь не могу без микрофона. Хотя, без микрофона лучше, конечно же, но если какие-то фоны там использовать, ну, то есть музыку, вам нужно все равно, получается, тональность изменить, еще что-то изменить. Поэтому, чтобы идеальный был голос, там, типа, берут и изменяют что-то. Хотя можно и натурально, но если нужно профессионально, то всю профессиональность надо делать именно через редактор музыки, поэтому вот так вот. Так, ладно, ставим еще одно солнышко. Ой, желтый, 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 не туда поставила. Давайте, давайте гарлик поставим один. Хоть зачем? Зачем нам гарлик-то? Зачем нам гарлик? Нам гарлик не нужен. Гарлик пока не нужен. Так. Я не знаю почему, но мне нравится так. Давайте поставим гарлик. Попробуем просто подшутить. Но я не знаю, как это называется, подшутить. Ну, получается, ото всех, что ли, будут ходить или что? Не понимаю просто. Просто везде поставлю. И будем ждать. Хотя, да, смотрите. Не знаю я, что у нас получится. Давайте посмотрим. Хотя, не, уже не посмотрим. Сейчас будет этот наплыв. Тогда, тогда, тогда. Вот так вот. Вот это вообще смешно. Это, получается, тыква защищает чеснок. Вообще шикарно, вообще шикарная вещь. Да. Почему это так смешно? Опа. А вот это что такое? Нет. Непонятно. То есть больше артиллерии. Чем больше артиллерии, я так рассказываю, я не знаю, тем лучше. Хотя он все равно, получается, наносит на... Ну да, получается так. Видите, он даже не наносит на ущерб, на обычные, например, тыкву. Давайте поставим... сюда. Нет, не поставим. Не поставим. Давайте побольше тогда. Я не знаю, может быть, помогает? Нет. Не знаю. А что гарлик-то делает? Я не поняла. Давайте гарлик везде поставим. Я не знаю. Я не знаю, что я говорю. Ну уж точно. Ну что-то поможет. Хотя, смотрите, гарлик, он вообще не помогает, по сути. По сути, да. А, он переходит на другую линию, где... Да-да-да, я поняла уже. Давайте гарлик сюда поставим. Везде гарлик стоит. Почему я гарлик называю? Карлик какой-то. Хорошо, ладно. Они такие смешные, когда они такие высовывают язычок, такой... А почему? Мне кажется, ну, зомби, как бы, это, получается, не вампиры. Почему им не нравится этот чеснок? Я не понимаю просто. Ну, вроде бы нормально все с чесноком этим. Чем больше чесноков, тем лучше. Не знаю почему. Угу. Ой, как это мило. Ой, как это мило было сейчас. Так мило, и мило, и мило, и мило, и мило, и мило. Ладно, мы уже закончили, поэтому мы забираем и заканчиваем.
Protect nearby plant from fungus and catapults. То есть он капульты уничтожает, в общем, либо эти штуки. Хотя посмотрим, что там произойдет. В общем, с вами была Люся. Ставьте лайки, пишите комментарии. Еще раз я вам скажу. И на следующем видео уже продолжим эту игру. Всем до встречи, всем пока.